7-й легендарный сундучок. Да, есть, ребята, наконец-то. Нам выпадает кто? Кракен. Не конговец, ребята, выпадает Кракен. Всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. Мы сегодня поиграем в Hills of Steels. Это хакнутая версия игры, но я хочу в этой серии, ребята, узнать, сколько понадобится легендарных сундуков, чтобы открыть все легендарные танки. Как вы знаете, у нас легендарный танчик Скорпион, конговец и Кракен. По идее, ребята, надо что? 3 сундучка, и у нас будет 3 танчика. А быть может и нет. Давайте посмотрим. Ну что, мы открываем только легендарные сундучки, потому что именно только в легендарных сундуках могут быть легендарные танчики. Ну что, ребята, поехали. Так, первый у нас сундучок легендарный, и мы его открываем. Мы видим, что у нас только, ребята, выпадает один обычный танчик. Так, ну что, мимо. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что это за танчик. Это Феникс, ребята, это выпал Феникс. Так, окей, ну что, идем дальше, следующий. Нажимаю открыть другой сундучок. Так, поехали, это у нас уже второй, ребята, сундучок. Так, и мы видим опять обычный танчик. Так, что за обычный танк? Титан. Нам прилетает Титан. Окей, давайте, ребята, третий легендарный сундук, и у меня пока еще ни одного легендарного танчика. И, ну давай. Нет, ребята, третий сундучок тоже мимо. Третий сундучок нам ничего не приносит. А нам он приносит какой танчик? Джокера. Нам, ребята, прилетает Джокер. Окей, четвертый. Четвертый легендарный сундучок. Такс. Давай, пожалуйста, Скорпион, Кон. Нет, ребята. Увы. Почему? Почему не выпадают никакие леги? Я открываю легендарные сундучки. Это Баллиста. Так, ладно. Поехали сразу. Пятый сундук. И редкий. О, уже хорошо. Уже, ребята, редкий. Выпадает редкий Атлас. Ладно, идем дальше. Шестой сундучок у нас. Шестой легендарный сундук, ребята. А каждый сундук стоит по 500, почти по 500 самоцветов. Нет, нам прилетает осадный танчик. Ладно, ребята, седьмой. Я уже заряжаю седьмой легендарный сундучок. Да, есть, ребята, наконец-то. Наконец-то. Первый легендарный танчик, это у нас Скорпион. Скорпион был именно с седьмого сундучка. Так, ну окей, предположим, что мы с вами дальше донатим. Давайте, восьмой сундучок. Восьмой легендарный сундучок. И редкий. Нам выпадает, ребята, редкий танчик Катюша. Ладно, давайте заряжаем девятый уже. Девятый сундук. Опять редкий танчик и никакой легендарочки. Так, что у нас здесь? Это у нас башня. Так, ну окей. Давайте, ребята, что, десятый? Десятый сундучок. И опять редкий танчик. Так, какой редкий танчик? Жнец. Короче, ребята, это полная жесть. Давайте. Одиннадцатый. У меня уже одиннадцатый сундучок. И эпический. Короче, сейчас, походу, пойдут уже эпические, ребята, танчики. Арахнид. Ладно, поехали дальше. Двенадцатый. 12 сундучок. Вообще ни одного танка. Это вообще какая-то жесть. Ни одного танчика нету. Ладно. Давайте, ребята. 13. Давайте мне танчик. Новый танчик. Нет. Окей, ладно. 14, ребята. 14 сундук. Такс. Ничего нету. Еще две леги должно быть. Давай, ладно, я уже начинаю ускоряться. 15 сундук. Так, эпический танчик. Тесла? Да, Тесла, ребята. Так, поехали дальше. 16-й. 16-й сундучок. И нам никто не выпадает. Да ладно. Давайте поедем дальше. 17-й. Так, есть, наконец-то, ребята. 17-го. Получается, с 17-го сундучка нам выпадает кто? Кракен! Не конговец, ребята, выпадает Кракен. Вот такой вот крутой легендарный танчик с 17-го сундучка. То есть нам выпал Скорпион с 7-го, а Кракен только с 17-го. Это вообще жесть какая-то. Ладно, идем дальше, ребята. 18-й сундучок. И никакой легендарочки нету. Окей, едем дальше. 19-й. Такс. Эпический, ребята, танчик. Мамонт. Так, ну хорошо, давайте. 20-й сундучок.
Ничего здесь, ничего не выпадает. Сразу, ребята, отправляемся дальше. 21-й. Тоже ничего нет. Ладно. Давай дальше, 22-й. Ну, какой-нибудь. Есть, ребята, наконец-то. С 22-го, получается, с 22-го сундучка мы открываем конговца. Мы открываем, ребята, конговца. 22 сундучка. Ну все, да, по-моему, мы все танчики с вами выбили. Давайте я еще так пару танчиков накину. Ой, пару сундучков еще открою. Ну, по-моему, все, да. По-моему, мы, ребята, вроде у нас появлялись все танчики. Еще давайте пару. Парочку. Да, мы все, все танчики. Короче, мы, ребята, открыли все танчики за 22 сундучка. Ну, это прикольно. Так, давайте в гараже посмотрим. Так, да, мы все эти танчики открыли. Конечно же, самая жесть, ребята, была с конговцем. Мы конговца выбили на 22-м сундуке. Кракена выбили на 17-м. А скорпиончика выбили на 7-м. Странно, да, почему? Ну что, ребята, я думаю, на этом можно закончить. Такое вот у нас получилось странное видео. Если бы мы начинали играть в Hills of Steel с самого начала, вот мы сегодня установили игру, решили задонатить кучу самоцветов и открыть сразу все танчики, знайте, что вам нужно будет потратить на это 22 легендарных сундучка. И туда все танчики в гараже вы будут. Все танчики в гараже вы откроете. Именно последние танчики вы откроете легендарные. Я почему-то думал, что, быть может, нам сначала такие легендарки повыпадают, а мы уже в конце там будем добивать редкий какой эпический танк. Но нет. У нас, получается, ребята, был последний танчик тоже легендарный. И это именно конговец. Нам выпал конговец. Так, а мы пока на скорпиончике играем. Давайте сейчас удар грома вынесем сразу. Хвостиком. Раз, хвостиком. Нет, кислотой. И еще хвостиком. Ну что, подписывайтесь, ребята, ставьте лайки, играйте в Hills of Steel. Я надеюсь, скоро в основном аккаунте я выбью и Кракена, и недостающего конговца. На этом все, пока-пока.